мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Жир, что я. Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится.